Здравствуйте, дорогие друзья! Мне безумно приятно познакомить вас сегодня с новым магазином, с которым я сама недавно познакомилась. Здесь нижнее белье из Италии, из Испании, из Франции. Купальники просто потрясающие. Та одежда, которая сделает каждую девушку красивой, а женщину шикарной. Обязательно знакомьтесь с Натальей. Наталья вам все подскажет и расскажет. Сегодня она подробно нам покажет по моделям, по ценам. Я нахожусь, это город Москва, торговый центр «Садовод», корпус Б, первый этаж, линия Б, павильон номер 66. Поехали! Доброе утро! Сегодня мы вам представляем один из наших магазинов белья и купальников. У нас очень красивое, модное, очень удобное белье. У нас несколько стран-производителей. Есть Франция, Италия, есть у нас Дикенвай Америка, есть Испания у нас. Также мы привозим белье очень комфортно, удобное. У кого очень большая, тяжелая грудь, это на косточках. Гипюр внутри поддерживается, это все сеточкой. Грудь очень красиво смотрится. Есть из этой же серии вот такое с тоненькой подложкой хлопковой, которая тоже поддерживает тяжелую грудку. Эти бюстики у нас идут от 70 объема до 90, и чашечки бывают HGF, то есть на маленькую и большую грудку. Также у нас есть шантель. Это Франция, мембранная ткань, дышащая, он одевается как топ. К нему также идут трусики, к этим бюстикам. Трусики тоже идут, шантель, они не имеют также размера, они от формы, от тепла тела принимают форму вашего размера. Какая цена? Значит, смотрите, например, бюстик вот такой белый новый мы получили, очень комфортный, удобный. У него цена будет 7700. Франция, у этого бюстика будет цена 4700. Он в красном и в белом цвете у нас. Шантель, это первая линия белья, у них цена будет бюстика 9400. У трусиков шантель будет цена 3300. Они с стрингами. Есть классика. И есть у них трусики килоты с высокой посадочкой. Размера нет. Без размера. Они, ну, XS, XL, то есть вот так будет. Также у нас есть Амелия Франция, это как база, Анжелика, на тоненьком пушапе, небольшой пушап. Цена такого бюстика будет у нас 2300. К ним также идут в комплекте трусики на полную попу, тоненькие, приятные очень к телу. Также мы представляем коллекцию Дикенвая. Есть у них хлопковая кость. Он смотрится как топ, но чашечка как Анжелика. То есть он держит и маленькую грудь, и большую грудь. До чашки ДД идут. Они есть в хлопком, в хлопке. И есть также Дикенвай сетка. Более фэшн у них коллекция. На компрессионной резинке, чтобы очень удобно она
очень приятно к телу лежит, не перетягивает ничего. И трусики у них, цена такого будет бюстика 6400. Трусики у них тоже идут на компрессионной резинке. Вот такие белые, черные, к любому цвету у нас есть трусики. Цена таких трусиков 300 будет. Также у нас на кости есть и талия. Это больше идет на грудку B, C, на небольшую D-шечка еще идет. Цена такого бюстика будет 2700. Это тоже Dickenweiss, спейсер, дышащая ткань. Под одеждой не видно будет. Очень легкий, удобный, комфортный. 4600 цена бюста. Также у нас есть Франция. Это будет бесшовное белье, без косточек. Они идут с размера 38 по 46. То есть где-то 85 объем. Но грудь будет держать B, C, D. На более тяжелую грудь они не садятся, потому что все-таки они без кости держатся просто за счет такой удобной ткани. Цена такого бюста 3500. Они идут бежевый, черный, капучино. И хаки. К ним также прилагаются трусики. Такие же будут бесшовные. У них по коллекции они бразильяна. Классика. Есть бразильянки вот такие. Есть классические трусики. И есть кюлоты. Это завышенные. Вот так бесшовные по попе чуть по закрытии. И повыше. Цена трусиков будет 1500. Есть у нас также Франция, они на пушапе, чашечка Анжелика, это новый очень красивый васильковый цвет. К ним идут трусики кюлоты, цена такого бюстика 4700 будет. Также мы представляем коллекцию на девочек с грудки С до H. Персиковый цвет, пудровый цвет, черный и айвори цвет. Это все Франция. Есть вот такая Италия. Тоже компрессионная резинка. Без пушапа. Будет цена 3300. И к ним вот такие трусики. Бразильяна. Тоже на компрессионной резинке. Цена трусиков 1500. Также мы получили новую коллекцию Fashion. Это Франция идет. Есть со стрэпами, в пудровом, в белом цвете. Это более у кого, у девочек, тяжелая грудь, но хотят красивое, очень кружевное белье. У них безумно красивое кружево идет. Они идут с объема 70, 75 с чашек D, и по объему 90 чашечки идут F, G, H. Так что на большую грудь, на тяжелую у нас тоже есть. Также у них фэшн-коллекция идет чашка Бандо в пудровом, в белом цвете. Они без кости, на тонком пушапе. Чашка получается как Анжелика. Очень красиво приподнимает грудь, делает. Цена такого бюста будет 5800. Это тоже идет Франция, тоже фэшн-коллекция. Бандо также будет без косточки. В расцветке такое беж-пудра с сеткой. Очень красиво смотрится. Тоже они идут с объема 70 по объему 90. И также у них есть в этой же коллекции бюст со стрэпами, с цепочками. Цепочки, если хотите, карабинчики отстегиваются. Есть чашечка без пушапа, как спейсер. И есть у них чашечки с пушапами. Это как будут классические чашки. До G, до H чашки. К ним идут трусики вот такие со стрингами. Тоже карабины отстегиваются. Очень красивое белье. Очень приятное. Есть у них
Стринги. Сейчас еще и бразильяны у них есть. И есть у них бразильянки вот такие по попе. Это получается вот так на ножке одето. Оля потом на манекене покажет, как это смотрится. Также к этой коллекции прилагаются пояса. К этой коллекции у нас есть пояса. Да, есть чокер, можно надевать на шею. И есть у них также еще коллекция вот таких юбочек на белье надевается. Такое кружево, это смотрится очень красиво. Какая цена юбочек и пояса? Юбочка у нас по цене 3900, пояса у нас 3500, чокер 1000 рублей. Эти бюстики у нас, мы, наверное, не сказали вам. 5300. Мы получили сюда домашнюю одежду. Это вот такие пижамки Италия. Шортики, топ. Цена такой пижамки 300. Есть у нас вот такие сорочки в двух цветах. Размеры от S-очек, от XS-очек до XL. Также к ним можно приобрести вот такой халатик. Цена такого халатика 4600. Он двухсторонний. То есть кто-то может надевать его на синий цвет, кто-то леопардовый. А какой состав ткани здесь? Там 50% шелка, не 100% шелк. Также вот такой комплект у них в их же серии есть. Брючки, топ и к нему пиджачок. Цена такого комплекта будет в строчке 6200. Размеры также от XS до XL. Есть у нас еще красивый шелк. 70% шелка в белом цвете. Вот такой вот с такими красивыми рукавами. Он будет до колена. Цена такого 5600. У нас есть еще длинные шелковые халаты, тоже вот с таким рукавом, очень красивый, красивая вышивка. А здесь у нас остался в этом магазине размер только 2XL. Но кому, если нужен будет маленький размер, мы всегда можем привезти, заказать из другого магазина. Цена такого халатика будет 6500. Также Оля вам покажет потом на манекене, там из этой же серии шелковой есть халатик, к нему шортики и вот такой топ шелковый, вот с такой спинкой. Там красивые тоже будут рукава. Комплект будет 6500, XS, SM размеры есть. Еще мы получили вот такие сорочки кружевные, шелк. Очень приятная пудровая нежная расцветка. К ним цена этой сорочки будет 4000. Это тоже Италия производство. Размеры от XS до XL. К ним при желании можно вот такой халатик взять. Тоже нежный, пудровый. Это очень красивая дома будет одежда. Цена халатика будет 5100. Вот такой красивый комплект получается. И безумно приятный к телу. Его снимать даже не хочется. Они до какого размера? До 2XL. С XS до 2XL. И сорочки, и халаты. Ну, да, наверное, 50-52 это будет крайне. Но сорочки все-таки будут зависеть от формы грудки. Если грудь очень большая, то это все надо мерить, смотреть, как пройдет грудь. Но он настолько приятный к телу, что его, говорю, его даже вот прям снимать не хочется. Наши купальники. Купальники у нас будут во всех магазинах круглый год. Страны производителя у нас есть Испания, Франция, Венгрия и Италия. Сейчас я вам расскажу повод. Это Испания. Есть бюстики на кости.
очень такие легенькие, тоненькие, быстро сохнут. У них трусики более такая бикини-классика. Также у этих есть, у этой коллекции, тонкий полупоролон, без пушапа, без всего. Трусики у них тоже идут маленькое бикини. У них еще есть коллекция слитных купальничков. Слитные купальники у них идут маленькие, XSS размеры завышенные. Вот здесь на маленькую грудь очень красиво смотрится. Цена этой коллекции будет 11 400 12 400. И есть у них еще чашка треугольник. Это то, что вам говорила Франция. Это марка Андре. Здесь у них чашка пушап. Трусики бразильяна. Немного добавлено кожаной фурнитуры. Смотрится очень красиво, стильно, сексуально. Также у них есть вот такая расцветка тоже с пушапом, с кристаллами Сваровски. Очень красиво будет на загорелом теле смотреться. Трусики на завязках. Бесшовные. И у них есть вот такая расцветка. Тоже на пушапе. Трусики на завязках. Бесшовные. Это тоже у нас марка Андре. Бандо. Тонкая, без пушапа. Цена такого будет комплекта 12 800. Трусики у них идут бразильянки, бесшовные. Также у нас есть Палома Венгрия. Это бандо без, на кости, без пушапа, бикини небольшое, SM размера остались. Цена такого будет комплекта у нас 11 400. Это тоже Венгрия, Палома. Очень красивая ткань с мерцанием. Треугольник идет на угловом гелевом пушапе. Это если кому надо чуть увеличить грудку. Трусики у них идут бикини. Из этой же серии у них идет черная коллекция. Трусы бесшовные, бразильяна. Белый треугольничек. Вот с такими трусиками красивыми. Тоже на тонком геле. Цена этих комплектов будет 12 400. Также мы представляем Италию, Ваканта. У них очень много чашек. Есть бандо. Есть вот такие без пушапа, без костей. Очень удобные. На девочек, у кого небольшая грудка, очень красивые трусики идут. Есть у них, кто любит что-то необычное. Это вот такая коллекция будет, как топ. Кто что-то любит необычное. Также у них есть на кости. Как треугольник завязывается на шею. Цена этих комплектов будет 13 800. У Ваканта есть еще вот такая очень красивая расцветка. Кость, как классическая чашка. Есть на кости, как треугольник завязывается на шее. И есть у них просто треугольники. Также у них все есть коллекция слитных купальников. Они идут от 36 до 44. То есть 42-50. У Италии очень красивые в этом году расцветки с кристаллами. Вот такие все яркие, живые. Также у них однотонное золото. И вот такая наша любимая зеленая леопардовая. Очень модная в этом сезоне расцветка. Средние эти купальники будут от 12 400 до 13 500. Это у нас Испания, Селмарк, бандо, бандо, треугольники, бандо, классики у них очень много, бандо.
Селмарк, они делают чашечки без пушапов, но при этом очень красиво ложится грудь, очень красиво смотрится. Расцветок очень много ярких в этом году у Селмарка. Очень яркие, вот такое бандо прямое. Вот эти, это все Селмарк. Средняя цена будет от 10 тысяч до 13 500 у Селмарка. Также вот у них такие яркие живые расцветки слитных купальников. Вот такие. Вот такой принт 3D очень красиво смотрится. Он есть в светлом цвете, есть в темном цвете. Это тоже Испания, Селмарк. На одно плечо купальничек одевается. То есть он вот так, как бандо, на одно плечо. Это вот так будет смотреться. Тоже несколько расцветок. Такая расцветка и леопард. Он смотрится как шелк. Он прям и ткани играет. Из этой же коллекции у них все идет по расцветкам. Бандо есть, треугольники есть. Наши девочки их любят. Селмарк, он весь в цене, получается, чтобы нам каждый не говорить, от 11 500 до 13 500. Вот такая на более крупных девочек есть модель слитных купальников. Это Готекс, Израиль. У них 3D утяжки. Это хорошо утягивает, кому надо животик подтянуть, бочка. У них вот такая сетка, которую хорошо подтягивает. При этом держит хорошо тяжелую грудь. Это Готекс, еще раз говорю. Готекс у нас есть вот такие красивые расцветки на крупных девочек. Вот такие. До 58-го. Да, у нас купальники до 58-го. Даже несколько Готексов есть, надо посмотреть. Еще остались 60. 17 тысяч. Готекс 17 тысяч. Есть вот такая у нас в Венгрии сетка, но при этом она красиво корректирует животик, держит очень хорошо грудь, смотрится стильненько по спинке. Вот так. Это Венгрия, Багама. Цена такого купальника будет 12 тысяч. Также у Багамы вот такая яркая расцветка, кто любит яркий. И очень красивая, яркая, солнечная вот такая расцветка. Все купальники эти идут тоже до 58 размера. Есть коллекция туник. Вот такие хлопковые сарафаны. Это Испания, Селмарк. Вот так они смотрятся очень красиво по спинке. Их три расцветки. Коралл, синий и изумруд. Цена таких сарафанчиков будет 7200. Есть у нас вязаные туники. Тоже Селмарк, хлопок, Испания. Цена таких будет туник 6000. Вот такие белые. Хлопок натуральный, приятный очень на ощупь к телу. Есть у них вот такая модель. Спинка открыта. Здесь регулируйте, как вам удобно. И вот с таким вырезом будет. Цена этих туник 5500. Также у нас есть еще, кто любит рубашечный стиль. Хлопок с разрезами на пуговках. Размеры они идут от S до 2XL. Где-то 52 до 52. Цена такой рубашки 6200. Три цвета. Белый, голубой. И вот такой коралловый. Вышивка. Очень красиво смотрится. Есть у нас рубашки. Вот такие шелковые. Это Италия. 70% шелка. Они на пуговицах идут. Не просвечивают, что очень удобно. Если на отеле. Цена такой будет туники у нас. 15 тысяч. Также у нас есть Испания, те тунички, которые чуть просвечиваются, но очень красиво будет смотреться на любой купальник. Есть цвет айвори, есть черный цвет.
Они идут с размера S по 2XL. Цена такой туники 6200. Есть у нас коллекция вот таких. Туник не просвечивается. Вот такой, как сарафан-халат на запах. 3D принт. Размеры от S до XL. 6500 такая. К ним, например, практически у каждого у нас купальничку есть вот так вот. Видите, комплект. Всегда можем подобрать. Купальник, туника. Вот такая хлопковая туника. Есть легкие шифоновые. Это вот такие будут тунички. Тоже цена 7000. Это вот к слитным, к раздельным таким. Вот они. Все цвета, все модели. Вот такие три расцветки у нас халатика. Есть просто яркие тоже рубашки, чуть укороченные, в коралловом, в зеленом цвете, в синем цвете. Тоже хлопок, Испания, Селмарк, тоже не просвечивается. Размеры от S до 2XL. Цена такой рубашки у нас будет 6500. Три расцветочки. Есть комплекты шортики и рубашка в кристаллах. Их четыре расцветки. Белая. Вот такая сероватая. Вот так играет с шортиками. Пудровая и голубая. Вот такие цвета. 7500 комплект. Также у нас есть выставочные модели. Мы получили сюда очень красивые абайи ручной работы. Все это пришито вручную. Французские. Вот такое. Очень красиво смотрится на любом купальнике. Размера у них нет. Вот так они, видите, как игра ткани, очень красиво, вышивка красиво смотрится. Такая абайя будет стоить 39 тысяч. Напоминаю, что мы представляем вам сегодня новый магазин. Наш один из магазинов «Адель». Находится он на Садоводе, корпус Б, ряд Б, магазин 66. Ждем вас. Все, до свидания.